Для того, чтобы делать жизнь славянцев более комфортной, первоначально нужно знать и понимать, чем живут люди, уверен глава района. Самым эффективным способом получать такую информацию являются встречи власти с населением. Так, для того, чтобы узнать потребности жителей одного из самых молодых микрорайонов Славянска на Кубани, Южного, Роман Синеговский совместно с главой города Александром Коноваловым, а также специалистами городской и районной администрации встретились с населением микрорайона. К назначенному времени со всех близлежащих улиц собирались жители. Встреча не случайно была организована именно на улице Пухи, которая является центральной улицей микрорайона Южный. Вопрос о ее асфальтировании и еще некоторых близлежащих улиц – это одна из первых просьб, с которой жители обратились к главе. Еще одна просьба – закольцевать движение маршруток по территории микрорайона. Так как населенный пункт довольно большой, а маршрутка останавливается на единственной остановке, расположенной при въезде в микрорайон, что неудобно людям, живущим на окраине Южного. Самый главный вопрос, больной вопрос Южного микрорайона – это дороги. У жителей проблема того, как дети у них ездят в школу. Поэтому они хотят, чтобы дорога была асфальтная, потому что маршрутка не может сюда идти. Когда будет асфальтная дорога и маршрутка, тогда вопросы будут все решены. Дороги, тротуары, уличное освещение, транспортное сообщение. Глава района Роман Синеговский дал поручение руководителям структур изучить проблемы и изыскать возможность воплотить в жизнь просьбы, озвученные жителями Южного микрорайона в ходе встречи. Изыщем возможности восстановить ее в этом году в щебне. Вместе с вами посоветуемся, как это правильно сделать. Какую фракцию, куда насыпать, катком придавим. Южный – это молодой растущий район города, перспективное место. Его обустройство – дело не одного дня, но со временем общими усилиями получится сделать его комфортным и привлекательным для проживания славянцев. Надежда Калинина, Георгий Калинин, Александра Тимовская. Программа «События».